дочка, ты-то как сюда попала? Как я сюда попала? Мой сын. Мой сын был слишком мал, чтоб в руки взять винтовку. Он даже «р» не мог произносить. Он был забавный, маленький, неловкий. Но как любил он жизнь, и как хотел он жить. Морозы января, февральские метели, он часто вспоминал далекого отца. Он улыбался тем, кто проходил в шинели. И папа говорил, когда встречал бойца: так жили мы вдвоем в военном Ленинграде. Наш город каждый день потери отмечал. Израненный он коченел в блокаде, угрюмый под обстрелами молчал. Мне кажется, что сердце холодело, как с фабрики бежала я домой. В ту ночь, когда от черного обстрела погиб мой сын, погиб ребенок мой, остались в памяти изломанная рама, обломки стульев и осколки ваз, и теплые святое слово «мама», услышано мной в последний раз. И все, ни боль, ни горечь, ни усталость, меня теперь не позовут домой. И я ушла на фронт, на грозный бой, за город, где тоска моя осталась, за город, где погиб ребенок мой. Здравствуйте! О, чем бы заняться? Здравствуй, Иван! Здравствуй, Яков Андреевич. Проходи, садись, говори, зачем пожаловал. Марфа, а вот дельце одно есть. Принеси гостю что-нибудь. Государственное. Нужно отвезти товар в шведский город Ниед и оттуда привезти для царя пушки. Хорошо, а когда? Срочно, завтра или послезавтра. Хорошо, договорились. До завтра. До завтра. Марфа. Слушаю. Достань-ка мне мой кафтан. Мне надо пойти людей собрать. Да Петруху найти. Скоро отплываем. Петруха, иди проследи за погрузкой. Хорошо, путешествие будет далеко. Желаю вам, как говорится, попутного ветра. А вот и грамота. Отдай ее Кириллу Фирсову, а он вам Пушкин. Здесь все сказано. А найти его как? Спросите у любого на пристани. Удачи вам. Во, смотрите, медведь. Ты неси меня, река, за крутые берега. Лепота. Где поля мои поля,
распустить паруса. И раз, и два, и раз, и два. Несите туда. Любезный, ты не знаешь, где живет Кирилл Фирсов? Нет, я спрошу Юстаса. Юстас, ты не знаешь, где живет Кирилл Фирсов? Нет. Я знаю, где живет Кирилл Фирсов. Я могу вам помочь. Петька, продолжай разгрузку. Слушаюсь. Ну что, отправляемся? Yeah. Это наша церковь. Мне сейчас проходит вечернее мессо. Дальше я не пойду, он живет в том доме. Ну, спасибо, держи за работу. Благодарю. Это последнее, отнесешь и отдыхайте. Отлично, теперь я могу пойти отдохнуть. Ага, капитан, зайду-ка посмотрю. Скажите, где живет Кирилл Фирсов? Да, здесь, проходите. Господин, к вам пришли. Хорошо, я вас слушаю. Я из Новгорода, вот грамота. Доверительная грамота. Отдать, заказные, в Стокгольме, 20 пушек, доверенному мной лицу. И выслать с ним двух корабельных мастеров в Новгород, царь и государь всея Руси Петр Алексеевич. Завтра отправляемся наверх и договоримся с мастерами, а сейчас отдыхайте. У нас тоже скоро большие корабли строить будут. Да, а я сейчас без работы. А давай к нам, в Новгород. А что, можно? Ну вот и отлично, завтра отплываем. Вот Клим Климентьев, поедешь скоро в Новгород. Когда? Завтра, рано утром. Мы придем завтра с Дмитрием Гайкиным на пристань. Ну вот, все пушки погрузили. Да, Петруха, ты где был? Ну вот, капитан просится к нам на работу. Возьмем? Конечно, возьмем. Ну, спасибо за помощь. Ладно, еще свидимся. Давайте быстрее. Поднять паруса. Виват, оружие. Виват, Санкт-Петербург. Японского журавлика товарищ нам привез, а с ним была история, история одна, о девушке, которая была влюблена. Тебе я бумажные крылья расправлю, лети и вернись в этот мир. Журавлик, журавлик, японский журавлик, ты вечно живой сувенир. Когда я выйду к солнышку, спросила у врача, а жизнь ее тихонечко горела, как свеча. И врач ответил девочке, когда придет весна,
И тысячи журавликов ты сделаешь сама. Тебе я бумажные крылья расправлю. Лети и вернись в этот мир. Журавлик, журавлик, японский журавлик, ты вечно живой сувенир. Но девушка не выжила и вскоре умерла. И тысячи журавликов не сделала она. Последний журавленочек упал из мертвых рук. И девушка не выжила, как многие вокруг. Тебе я бумажные крылья расправлю. Лети и вернись в этот мир. Журавлик, журавлик, японский журавлик, ты вечно живой сувенир. Тебе я бумажные крылья расправлю. Лети и вернись в этот мир. Журавлик, журавлик, японский журавлик, ты вечно живой сувенир. Ты вечно живой сувенир. Ты вечно живой сувенир.